Привет! Я бегу на электричку, я опаздываю, как обычно. У меня осталось мало времени, по-моему, 18 минут или 17, это серьезно. Очень-очень мало. Это вот только добежать и даже билет не покупать, а купить его уже в самой электричке. Но я надеюсь успеть. Я просто на более раннюю еду, мне сегодня надо к Марине. Поработаю Марина полдня, и может потом удастся пройтись по магазинам и все-таки найти купальник для поездки. Очень на это надеюсь. Я успела на электричку. Я даже успела купить билет. И вот уже приехала в город и иду к Марине. Мне жарко, представляете? Меня так припекло в этой черной куртке, что я ее сняла. И мне горячо в плечах. Прям тепло-тепло. Это здорово. Сегодня градусов 20, наверное. Прям лето. Небо голубое. Здорово. Жалко, я сегодня не погуляю опять. Может быть, завтра. Но сегодня нет. Сегодня поработаю или за домом следить буду. Что это ты приготовила, Олеся? Молочный коктейль. Молоко. Да, какой у тебя бантик на спинке красивый. Мне нравится. Как не понравилось? Что, ты забыла молоко в молочный коктейль? Ну ты супер хозяйка. Молочный коктейль забыла? Я просто думала, добавить порционно. Нет, все будет пить Олеся. А нам всем нельзя. Мне можно. Фрукты? А клубнику нет, но банан нет. Там же нет, я могу фабрику себе все. Та-да-да-да-да. А еще у нас тут каша и кофе. О, каша, кофе и коктейль. К-к-к. У нас сегодня утро. Ах ты ж, блин. Так, ну что, у нас с Мариной небольшой кофе-брейк в нашей работе. Марина уже гуляет с Олесей минут 40. Я все это время тестировала студентов. Сейчас спускаюсь гулять вместе с ними немножечко, потом мы продолжим работать, наверное. Эй, деловая колбаса. Ты колбаса или сосиска? Сарделька? Нет. Кто еще там есть? Кровянка. Колбаска? Нет. Нет, колбаса уже была. Что еще, Марина? Ты шашлычок, Олеся? Нет. Нет? Пюрешка? Нет. Фарш? Мам, я пойду вот так и вот так. Ладно? Вот дает. Что, оставляем ее? Пошли. Марина, побежали, короче. Итак, когда-нибудь мы узнаем, что там происходит. Мама! Ты ее родила? Помню. Тебе вообще как не стыдно? Она родила меня! Да ладно, не стесняйся, ну с кем не бывает, Марина. Мам. Ну, здравствуйте. Да, доширак, конечно.
72. 82 там? Да. У меня нет. У меня 82, у меня иду от Марины домой. Сейчас, ну точнее, я иду на электричку. И если у меня сейчас останется время, то я еще зайду, посмотрю себе купальник. Ну не знаю, по-моему, у меня максимум 15 минут свободных будет. Все, я выгулила собаку и приступила к генеральной уборке. Вон, смотрите, я начала с ванны. Буду все отмывать, стирать буду, полы мыть, убирать постиранное, кормить животных, мыть посуду и бла-бла-бла-бла-бла и далее, и так далее. Вот. Так что я сегодня... Ну, перестань меня кусать. Что такое? Что такое? Я ее помыла, она поэтому такая веселая. Ой-ой. А если я так тра-та-та? Короче, на этой прекрасной ноте мы с вами попрощаемся до завтра. Воу. Я не съест вот это чудовище. Ты хорошая. Тихо ты, тихо. Я тебя боюсь. Ты такая... Нет, не надо, не царапай меня. О, тихо, нет. Все, спокойно, спокойно. Скажи пока-пока. Рекса, Рекса. Рекса, скажи пока-пока. Скажи.